Дорогие друзья, напоминаю вам, что мы находимся на телеканале О2 ТВ в рамках программы Learn Music. Очередной выпуск. И выпуск посвящен бамбуковым флейтам. И сейчас играется на индийском бамбуковом инструменте, древнейшем, очень красивом. И сейчас доиграется рага, и мы расскажем, что это все означает и как это делать. Рассказывай теперь уже. Сережа, что это прозвучало? И вообще, мы часто довольно слышим вот этот термин рага. Что он означает? Это же не просто как бы пьеса, да? Это скорее тема для импровизации. Или я что-то не понимаю? Даже не совсем так. Рага – это основа индийской музыки. В самом таком первом приближении рага – это скорее определенный лад. Но... Это не просто лад, это лад, в котором есть еще определенные ключевые ноты, самые сильные устои. Не всегда это совпадает с первой и пятой ступени, не всегда это тоника и квинта. Это для того, чтобы... Основная цель раги – это выразить определенное состояние. Буквальный перевод, один из переводов слова рага – это то, что окрашивает ум. То есть это то, что погружает человека в определенное психоэмоциональное состояние, которое в Индии называется словом раса. Вот. Музыкант, когда играет, он переживает это состояние, и он должен передавать это слушателю. И вот для того, чтобы наиболее полно передать это состояние, используются определенные лады, с определенными ключевыми нотами, с определенными какими-то мелодическими оборотами, по которым можно узнать характер именно этой раги, именно эту рагу. Это определенный порядок восхождения, нисхождения. И это, конечно, это чувство. Вот это. Ну, приведи пример вот названий различных раг. Какие бывают? Вот рага, которую мы, или композиция, на основе, которую мы сейчас сыграли, на основе раги, южноиндийской раги Ананда Бхайрави. Она очень похожа на североиндийскую рагу Бхимпаласи. Перед этим мы играли китайскую музыку, очень похожа на нее рага Бхупали, которая исполняется на севере. Но на этой флейте можно сыграть и другие различные раги. Очень, вот, например, рага Бхайрав, которая исполняется перед восходом солнца. Thank you.
Вот. Или рага Яман, которая исполняется после захода солнца. Это вечерняя рага, это рага, скорее, молитва. Вот. Выдохнули.